Банки уменьшили выдачу наличных из касс во время войны. НБУ. В январе-июне 2022 года оборот наличности в кассах банков снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это обусловлено влиянием войны. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ. Так, объем поступлений наличности в кассы банков за этот период составил 965,4 миллиарда гривен и уменьшился на 16,2% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Выдачи наличных денег из банков в первом полугодии 2022 года составили 1014,5 миллиарда гривен. Этот показатель уменьшался немного более низкими темпами, чем поступление. Крупнейшими источниками поступлений наличности в кассы банков стали от общего объема поступлений операций клиентов с использованием платежных карт. 37,7% торговая выручка, 31,9% выручка от всех видов услуг, 14,8%. Напомним, сумма наличных, находящаяся в обращении в Украине на 1 июля 2022 года, составила 674 миллиарда гривен, что на 46,4 миллиарда гривен или на 7,4% больше, чем в начале 2022 года 627,6 миллиарда гривен. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы оставаться в курсе важных новостей. Также под видео вы найдете ссылку на скидки на AliExpress. Спасибо за просмотр.